Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодняшний влог я начинаю с этого места. Это центр города Улан-Удэ. В этом двухэтажном здании, ну или более этажном здании, находится внизу магазин «Ритуар». Здесь на втором этаже магазин «Металлмода». Вот. И сегодняшний влог будет называться «Влог об улан-удэнской зимней моде». А, вернее так, сегодня мода не только зимняя, не столько зимняя, сколько круглогодичная, поскольку речь пойдет о монгольском костюме, или, скажем так, о бурятском национальном костюме, его месте в жизни современных жителей Бурятии. Итак, поехали. Если посмотреть на жизнь современных улан-удэнцев, то можно увидеть, что монгольским тенденциям здесь не так уж и много мест. Однако же недавно мне пришлось побывать на праздновании, на одном празднике, посвященном открытию Олимпиады, с одной стороны, он проходил 7 февраля, а с другой стороны, он все-таки был посвящен по большей части празднованию Сагалгана, праздника Белого месяца. И этот праздник проводила одна из старейших школ города, первый лицей-интернат. И вот там можно было видеть торжество бурятского национального костюма, потому что лицеисты все были одеты в эти костюмы, которые стоят немалых денег. Также в эти костюмы, в такие костюмы были одеты гости, очень многие, ну, во всяком случае, родители этих детей точно. И очень многие приглашенные гости также были при костюмах. И вот, пожалуйста, посмотрите, как это выглядело. К сожалению, камера у меня не пишет звук, когда обращена в сторону зрителя. Она пишет звук только вот в этом направлении. Поэтому сопровождение я какое-то включу другое, найденное в интернете. И это очень жаль, потому что здесь звучали оригинальные вещи. Оригинальные в том плане, что не заезженные. Потому что те ролики, которыми я сейчас озвучу мое видео, они распространены в интернете. Их можно слышать, а вот там вот можно было слышать уникальные записи, потому что там пели дети, пели гости. Ну и вообще записи были, вся музыка была очень оригинальная, которую я раньше не слышала. Оригинальная в том плане, что неиспользованная, не заезженная в интернете, во всяком случае.
Я хочу, чтобы ты была моя.
качестве комментариев добавлю, что монгольский костюм очень разнообразен. Он отличается по регионам, районам, разным родам были присущи разные костюмы. Но и внутри одного рода этот костюм также отмечался разнообразием. Баргажан ярунар яхалагевше, байрте шартеин мэдише. Бурятхан арамне ожамахэнда, вусарам шилгарад яхалаюнда. Буралхан амажи улэгинда, бултанэл жаргаха. Сыгнавша нового, омар дойди, мага-ша. Сыгнавша нового, омар дойди, мага-ша.